Саймон, надо поговорить. Опять поговорить. Слушай, у нас все было круто. Все офигенно. Это лучший год в моей жизни. Прыщи сошли. Мы не переехали. Карли, так в чем дело? И целуюсь я теперь гораздо лучше. Думаю, нам надо расстаться. Что? Нам обоим скоро в универ. А на расстоянии держаться очень трудно. Это несправедливо к нам обоим. Я не против. Ты будешь против. Будешь. А вот и нет. А еще я уеду на каникулы. Так что вот. Что? А куда ты поедешь на каникулы? Послушай, лучше иди домой. Мне надо подумать в одиночестве. А, ну хорошо. Я пошел. Ну, вечером увидимся. Или когда? Мама, я пришел. Где чай? Сейчас будет. И что-нибудь повкуснее. Смотрите сегодня вечером в 19:50.